done. Меняемся, второй номер.
Нет, Даня, как ворот. Нет, другую сторону, другой рукой. Саша, держи руку. Не на голову, не на шею, а сюда ставь. Хаджина, раз. Приготовили, два. Не оставляй, держи этой рукой за хват. Три. Миша, держи за хват. Четыре. Смотри, наклоняемся вниз. Назад. Приготовили. Четыре. Вот. Приготовили. Пять. Приготовили. Шесть. Приготовили. Семь. Бросок. 8. Бросок. Приготовили. 9. Приготовили. 10. Опять время. Приготовили. 3 минуты боремся. Кто что? Это что? Внимание. Хаджина! Боремся! Миша сегодня уже одного пацана снял, пару иконов сделал. Один! Все, Саша два раза запилил. Один! Три икона! Три икона, это не два. Ну? Не боритесь, не боритесь, разговариваете, время уходит. Держи его на краю, все, я ему дам шанс. Три шага, смотри. Вот это, все. За выход за ковер. За разговор, который уже, пожалуйста, не разговаривай. Базарим. Миша, блин, как сынка тебя ждет? Шида за неведение борьбы. Первая шида за неведение. Отпустили захват. Первая шида за неведение. А тебе зашли больше за второй шид. Я говорю, первая шида выше, это второй. Джин! А если я бросок? За разговоры пока не даю, потому что должен знать, тренер нельзя разговаривать. Надо бороться. Можно и в базаре дать, Андрей. Стойку там. Можно и в базаре дать. Павел тебя довел. Давай, Саня, работай. Саня, работай. Рука сверху, правая. Не снизу, а сверху, шею. Сыни бету. Хватит Мишу снова брать, Не работаешь, Миша. Не дави на него. Хватит захваты, Миша. Он тебя в ту сторону будет кидать, в сторону локтя. Ты знаешь, что делать, сами так делать, что на него пошел. Вы заправились, Макс? Делай дышание. Раз, три, понял. Стой. Время. Вам на карте, Андрей. Вопрос
Саня или держание? Подпомнились еще. Так, Саня, а вы почему не сделали ничего? Что ты хочешь, блин? Саша, надо выигрывать здесь. Дай соревнование какое место занимает? Никакое. Поэтому ты выйдешь и не сможешь бросить никого. Вот что плохо. Следующий выше. Так. Этот, ты перейди сюда, Андрей, туда. Ну что, за бисквит подарила как? Это? Нет. Где? И пояс через тебя, Андрюха. До конца. Глаза не бежать. Стоп, Макс, вот это стоп. Послушай, пожалуйста. Ты дышишь, но я не вижу просто. Шаг. О. Базарь. Ипон. Все, стали. И ипон, и базарь. Получается, три базаря. Давай, Катерина, переживайся. Отдаем, заклад. Аккуратно. Аккуратно, мне рука болит. Ну, держать, Макс. Так. Миша, кого надо? Дай мне камень, Саша. Спасибо.
Саша? Саша, сюда. А? Саша не борол. Вперед, иди, ты Даник сюда. Ну что? Итак, Матей, я что буду говорить? Значит так, я буду наказывать, пацаны. Если я говорю, вы говорите, я просто одного буду первого по факту собрать и наказывать. Значит так, бросок через плечо. Делает Денис, делает Саша, делает Миша. Я считаю, 10 бросков приготовились. В ту же сторону, куда и делали в прошлый раз. Нет. Через плечо. Саша, ты первый начинаешь. В сторону правой руки. Нет, правую руку берем. И в сторону правой руки. Джимми! Раз. Колен! Колен! Через плечо с колен. Приготовили. Через спину с колен. Через спину. Раз. Два. Три. Приготовьтесь, вы тоже будете делать. Четыре. Приготовили. Пять. Приготовили. Шесть. Приготовили. Семь. Приготовились. Восемь. Саша, руками не касайся. Вот камера. Ноу. Приготовили. Десять. Поменялись. Денис, еще три броска делали. Почему? Потому что. Взял семь. Так он ударил меня в горло. Не знаю. Это случайно? Не знаю. Да, случайно, случайно. Раз. Два. Ножки пошире поставили. Три. Ты стоишь ноги вниз и голова высоко. Поэтому надо зацепиться. Маша, не прошло и год, как ты пришла. Я тебе сказал, через 5 минут быть здесь. Все, приготовили сразу же. Так, сейчас я возьму палочку и буду бить. Маша, ты что ты делаешь? Что ты болтаешь? Я говорю, ты говоришь. Второй номер через плечо. Пошел. Ряд. Быстрее. Ноги шире, Миша, тоже. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Матен, встали свой. Нет, все, время закончилось. Встали, я не знаю. Хорошо, боремся. Один пояс, Саня, быстрее. Что ты не можешь завязать пояс? Быстрее завязывай! Хаджимы, что ты стоишь?